Ребята, апдейт на полпятого. Значит, прежде всего по Херсону и Мелитополю. Значит, и там путлеровцы пытались раздавать свою гуманитарку. И с этим получился большой пшик. Почему? Потому что за гуманитаркой никто не пришел. Ну, в Херсоне они, как говорится, там загнали своих вот этих орков, которые они попривозили из Крыма, зэков, бандитов всяких. Мы все прекрасно знаем, что они привезли заключенных, которые должны были изображать массовку, которая радостно встречает похлебку от Путина. Вот они только там и были. Херсонцы не пришли от слова вообще. Ну а в Мелитополе вообще произошел огромнейший конфуз, потому что за этой так называемой гуманитаркой пришло три калеки, а вот зато весь город вышел на демонстрацию, попер на эту гуманитарку. Короче говоря, там такая демонстрация прошла, огромная, просто весь город на улицах, послали их. Короче говоря, сказали: русский корабль, иди вот туда. Вот, вот таким вот образом ответил Мелитополь на путлеровскую, так сказать, доброту. Если можно сказать, это назвать добротой, конечно. Доброта фашиста, сами понимаете, какая это доброта. Дальше, Одесса. Одесса, свободный украинский город, там ничего плохого особо не происходит. Было пару раз сирена, это все. Окружения никакого нет. Николаев дерется с фашистами. Русских не пускают в город. Что еще у нас там? Чернигов окружен, дерется, Сумы дерутся, Ахтырка дерется, Киев мочит гадов в районе Гостомеля, Ирпеня, все там же, да, в пригородах Киева, страшнейшие бои. Путин гонит на убой своих солдат, как будто, знаете, он президент Китая, а не России, и как будто у него солдат столько, сколько есть в Китае. Но вот у него их не столько все-таки. И там их такое количество уже утилизировали, что непонятно, что с ними потом делать. То есть, ребята, это там вообще страшный ужас в этом. Буче, Гостомеле, особенно Ирпене, и это Ворзеле, вот это весь блок, он там, конечно, там просто летит все прямо сейчас. То есть очень тяжелые бои. Тем не менее, он загоняет новые жертвы со стороны России туда и Белоруссии, извините. И это все продолжается. Короче говоря, фронт сегодня более-менее стабилен, какого-то продвижения рашистов нет. И да, все будет Украина.